Прокуратурой и службами МЧС и Роспошнадзора определены 19 торговых и развлекательных предприятий Десногорска, где одновременно могут пребывать более 50 человек. Службами уже проверены 6 предприятий, 3 муниципальных объекта, физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна», детская спортивная школа и городской центр досуга. Также по заявлениям граждан обследованы торговые ряды под универсамом и магазин «Дикси». На всех объектах обнаружены нарушения пожарной безопасности. При результатной проверке в любом случае, если будет выявлено нарушение, будут приняты адекватные меры прокурорского реагирования. Значит, цель мер реагирования – это реальное устранение тех недостатков и нарушений, которые будут выявлены в ходе настоящей проверки. Список обследованных объектов и результаты проверок будут опубликованы. Поскольку, значит, полагаю, что данная проверка, она имеет общественный резонанс, в свете последних событий. Я думаю, в обязательном порядке результаты проверки мы опубликуем. Администрация нашего города считает, что для приведения в порядок всех противопожарных систем необходимо возобновить муниципальную программу. Решение проблемы – это в возобновлении программы, муниципальной программы пожарной безопасности. То есть там будет определен ряд мероприятий и пунктов, которые нам в первую очередь необходимы на объектах соцкультбыта и общеобразовательных учреждений. Определена цена вопроса, включено все это в программу. И мы будем, естественно, работать с областью по софинансированию данной программы. Проверки будут закончены до 10 апреля.